Святой преподобный Моисей Мурин. О Моисее Мурине сей святочный рассказ. Он телом и душой был эфиопом. Казалось, голос совести навеки в нем угас, настолько нерадивым был холопом. Чернил себя развратом и запоем пил вино, безвольный раб греховного влечения. Но Бог Господь всемилостив и Мурину дано избавиться от ума помрачения. Он принял постриг иначе и в подвижничество вник, стал образцом монашьего смирения. Вел Мурина к спасению наставник-духовник путем молитвы и постного говения. Сам чернокожим грешникам пример собой явил, трудясь в духовном плане среди братьев. И душу покаянием пред Богом убелил, вкусив щедроты Божьей благодати. Скорбел он безутешно о содеянных грехах, к исповеданию веры был способным. И святостью божественной прославившись монах, причислен был посмертно к преподобным. И святостью божественной прославившись монах, причислен был посмертно к преподобным.